На кадрах скрытой съемки разговор начальника 4-го следственного изолятора с одним из осужденных. Беседа происходит в служебной машине руководителя учреждения. По итогам встречи подполковник внутренней службы рассчитывает получить солидную денежную сумму. Сейчас вы смотрите позиции. Я то, что мы, о чем то, что сейчас мы с вами договаривались, у меня все с собой. Но просто позиция о том, то, что такая ситуация, что если мы чуть-чуть сдвинуться, мы можем. Под угрозой дисциплинарной ответственности офицер требует отбывающего наказание в колонии поселения 300 тысяч рублей. За эту сумму он гарантирует более комфортные условия содержания. Ну, а что? Куда, сюда? Да, 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 в кармашек. Потом скажете, что я не дал? Ничего, гвозди в кармашек. Все, положил. Ничего, видишь, никто не нападает. Принимаем, принимаем! Уехать с деньгами у 46-летнего начальника следственного изолятора не получилось. За этой встречей из засады внимательно наблюдали оперативники экономической безопасности и бойцы СОБРа. Задержание произошло сразу же после передачи денег. Здесь же средства, да, вот? Ну, чтобы они... Лежат они, да? Да, вот. Лежат. Все видят, да? То есть не... Да, да. Не мы сейчас пришли туда положили, да, а вот они здесь есть прямо на момент открытия двери, здесь средства есть, да? Двери, да. Да. Региональным следственным комитетом в отношении офицера Федеральной службы исполнения наказаний возбуждено уголовное дело за получение взятки. Известно также, что следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В случае, если суд вынесет положительное решение, у подполковника есть шансы самому попасть в следственный изолятор.